Наркотики и алкоголь когда-то едва не поставили крест на карьере знаменитого красавца. Когда же в голову Никите Ефремову стали приходить ужасающие мысли, он нашел в себе силы для того, чтобы сойти с неверного пути. Трезвый образ жизни и полное погружение в работу позволили ему в довольно короткие сроки добиться колоссальных успехов. В сериалах «Хороший человек» и «Нулевой пациент» представитель знаменитой династии раскрылся как гениальный драматический актер. Готовясь к очередной роли, Ефремов-младший решил подойти к процессу со свойственной ему дотошностью. Экстремально похудев, он превратился в совершенно неузнаваемого человека. Но что поделать, в этой жизни приходится платить за все, включая успех. В новом фильме «Мальвина» актеру предстоит воплотить образ успешного парня по имени Стас, от которого без ума главная героиня. Как признался Ефремов, вес он сбросил благодаря низкокалорийному питанию, а также спорту. Нормально схуднул для роли. Как худел, дефицит калорий плюс тренировки, похвасталась звезда, чей внешний вид поначалу ужаснул народ. Несмотря на все старания Никиты, интернет-пользователи нашли его новый облик не слишком привлекательным. Дескать, осунувшийся и помолодевший артист растерял свою знаменитую брутальность, которая так нравилась женщинам. «Никита, вам после съемок нужно срочно отъедаться. Это не ваш стиль, раньше было куда лучше. Слишком юным выглядите, еще и щетину сбрили», — сокрушаются фанаты.